Класс, я маньячела. Привет! Как вы поняли, мне выпала прекрасная возможность поиграть за зараженного. Нас всего 6 на локации, но никто из них не знает, что именно я монстр. 39-49. Нифига я умный. Первым делом я планирую сбросить с себя все подозрения, потому что зачем всем думать на меня, не правда ли? Короче, кинжал, пошли покажу, где кинжал находится. Пойдем. То есть, если что, монстра ебать прямо вот здесь, на месте. Хочу также напомнить, что мне, как зараженному, необходимо пить пакеты с синей жидкостью, чтобы становиться монстром в темноте. И, соответственно, пить из них может только зараженный. Значит, у меня появилась одна безумная идея. Коннор бежал из комнаты, в которой лежит пакет с синей жидкостью. Прости, Коннор, ничего личного. Коннор, ты здесь? Где Коннор? Пошли, я покажу, где кровь была выпита. Давай, демонстрируй. Я просто понятия не имею. Я Коннору показывал, тут, короче, этот клинок, да? И он, короче, пробегает вот здесь такой. А, да? А здесь вот такой подарочек, короче. Это Коннор монстр? Ну, возможно, я не знаю, я не утверждаю. Сука, пойду и перейду. Я только начал предпринимать какие-то действия, как появился самый опасный игрок на локации. Вот я вроде зараженный, а представьте, что она тоже зараженный, только за сторону людей. Она настолько безумная, что первым делом начала тыкать меня плоскогубцами, чего мой план завалить кого-нибудь этой ночью был успешно провален. А может, я ее в шкафчик заманю? На крайняк я хотел убить ее в шкафу, но в шкаф она не зашла, поэтому, увы. Пошли, покажу тебе прикол. Пошли. Короче, я Коннору показываю такой, где кинжал. Он такой, да, прикольно. И, короче, он выбегает отсюда, пошли, а там вот такая херня. Там вот это вот. Он такой, да, прикольно. Чувствуете этот наигранный смех от нас двоих? Мне кажется, все уже сразу понятно. Если что, меня первым убивать не надо, об этом знаю. Ладно, хорошо, не буду. Хочешь купить Майнкрафт? Да не, спасибо, у меня есть уже. По какой цене покупал? Почти за 2000. А мог бы сэкономить на GGSL, в смысле? Ну, у меня все как обычно. Впрочем, да. GGSL — это не какой-то магазин аккаунтов и ключей, а целая торговая площадка, на которой продавцы выставляют свои товары, а пользователь может безопасно их купить. Смотри, например, ключ Minecraft Java и Bedrock здесь можно купить намного дешевле, чем в официальном магазине Mahjong. Много продаж и отзывов? Значит, можно покупать. Только перед этим внимательно читай описание товара. Также, помимо Minecraft, на площадке есть покупка Discord Nitro, пополнение Steam кошелька, ключи к играм, в том числе и к новинкам, ну и многое другое. Главное, на мой взгляд, особенность площадки — безопасная покупка. То есть ваши деньги не сразу идут продавцу, а сохраняются в системе, пока вы не получите свой товар. И если что-то пойдет не так, всегда можно связаться с поддержкой и решить проблему. Поэтому заходи на GGSL по ссылке в описании и безопасно покупай что душе угодно. Хе-хе-хе, я в шкафу прячусь. А я пока продолжу внушать людям информацию о том, что Коннор монстр. Коннор! Где она... Коннор? Ой, Коннор туда побежал с Гемадом. Куда он побежал с Гемадом? Пошли приколюху, услышишь. А. Где, они где там о чем-то спорили, они о чем-то спорили. Спорили? Спорили. О нет, Коннор, кажется, съел Гемада. Вон он рядом где-то. Мне Кристалл, кажется, где Коннор? Где Коннор? Почему он от нас поддельно бегает? Он с Гемадом бегает, я не знаю где. Это хорошо. На меня падает еще меньше подозрений. О, Гемад, рада, что ты жив. Я Коннора нашел, блин, скорее уже всего, поздно. Скорее уже скорее поздно. Да все уже. У меня появился отличный шанс убить их всех прямо в этой комнате. Но я решил этого не делать. Коннор и Кристалл все еще живы, они по-любому проголосуют за меня днем. Потому что кто еще мог это сделать? А с другой стороны, все, кто находится в этой комнате, поймут, что я не представляю никакой опасности. Поэтому будут более спокойно ко мне относиться, подозревая того же Коннора. Сука, они не знают, что я монстр. А чего Коннора ищете? Задание одно благо. Коннор, короче, в самом начале спалился. Кстати, давайте реально голосование. Вот да, блядь, прям сразу? Да, давайте. Погнали. Нет, давайте. Давай. Я не ожидал, что они так быстро решат проголосовать за Коннора, поэтому начал волноваться. Из-за этого я почему-то стал ржать как придурок. Короче, Коннор, ты... Как меня еще, блядь, не спалили? Короче, у Коннора просто еще такое лицо смешное.
Блять, скажите, кто-нибудь заведет, у меня времени нет. Короче, ты в начале игры очень жестко спалился. Нет, это, блин, кое-кто сейчас очень жестко спалился. Да ничего не спалился. Начало было с того, что я проходил по коридору, и ты мне показал, где находится меч, и я включил распределитель. Ну, раз он сказал, что это не он, значит, это не он. Ну, все, чуваки, оправдан, заканчивай. На самом деле, там, где он выбегал, то было выпито, как сказал Гриша. А там проходил только один. Вполне вероятно он, но я не могу быть уверен. Конор, ну, Рафлан поминки, что сказать. Короче, блин, Конор, ты очень жестко спалился, поэтому... Не повезло, короче. Ну что сказать, не фартануло тебе, бро. Все, отправляешься на тот свет. А я за него не проголосую. Вот это прикол. А кто-то не знал. Геймат не проголосовал, опять. Геймат, короче, ясно. Теперь у них подозрение еще и на Гемада. Отлично. Я голосовал, я не знаю, что видно, мне тык начало. А что они голосовали? Стадия будет следующая, я сделал все совет. Кстати, да, я совсем забыл то, что стадия до сих пор 0 из 7. Это мне только на пользу. Я нажал на Конора, я был выбран. Здорово. А, ну это... А, будем продолжать спорить. Давайте-ка бежать. Угу, приказал монстр. Разумеется, я никого не планирую убивать этой ночью. Я ел сейчас. Я тоже. Короче, ребят, предлагаю как бы закончить начатое все-таки и проголосовать за Конора, который там бегает, пакеты с кровью пьет прям на глазах. А я за него снова не проголосую. Я нажала, да, там вот это прикол, мой... конечно. А чё, кто не голосует о нем? Да вот тот же вопрос, блядь. Может, и голосование сломал случайно, не знаю. Не. Знаешь что, какая музыка сейчас подходит? Это всё. Пам-п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 ам
Я тоже, я бегаю, его ищу. Он в шкафу, наверное, сидит. Мне кажется, он в шкафу. А где Конор? Никто не видит? Конор в шкафу сидит. Он прячется, он 100% убит. Почему мы не можем против него проголосовать? Давайте заставим его спрыгнуть. Я в шкафу прячусь. Знаете, мне кажется, для того, кто его найдет в шкафу, это будет как киндер-сюрприз. Ты как бы открываешь вроде радость, а вроде тебя и убьет сразу. Сейчас на локации появился чекер, который может спалить, что я являюсь монстром. Поэтому нужно быстрее его найти. Чекер нашли, ребят? Да, мы его уже использовали. Мы использовали уже на Хейдвальде. На Хейдвальде? Да, по приколу забей. Уже использовали. Так Конор не убийца, это не он. Быть может, кто-то подвержет сомнению вот это вот происходящее. А зачем ты тянешь время? Мы тут, блядь, стоим. А вообще. Я могу сейчас пойти спрыгнуть просто. Давайте все спрыгнем, ребят. Смотрите, давайте, стойте, вас... давайте на мужика. На мужика, блядь, вот. Толпой встанем. Куда он? Ну я же говорил, он не убийца. Блядь, он реально не убийца. Ого, фа, да ну, неужели? Минус один, а я даже ничего не сделал. Кто это теперь, бля? Ну давайте все прыгнем туда. Давайте на мужика вчетвером. Давай, жест на мужика, давай, погнали. Я фембой. Кто не спрыгнет, тот реально девочка. Че ты завизжал? Да, реально, кто не прыгнет, тот внебрачный сын тайской жизни. Тот сыкунец, короче. Из 5 человек осталось только Вика и Гемат. Мне нужно убить кого-то из них, чтобы голосование перестало работать. И тогда у меня появится шанс на победу. Ты монстр, да? Я понятия не имею. Да не, понятия не имею, кто монстр. Я подозревала, что это Гемат. Бля, ну понятно, это Вика. Тут два варианта. Либо это Гриша, потому что в самом начале сделал, что это Конор. Либо это Гемат. Давайте быстрее. Нет, блять, никто не пойдет писать. Или ты актер хороший, или я сейчас тебя плоскогубцами просто нормально пригрею по голове. Это ж ты, да? Это ж из-за тебя все эти смерти. Ты можешь прекратить этот порочный круг, если сейчас сдашься. Ладно, понимаешь? Да, это я. Ладно, прощаю, ничего страшного. Ну ладно. Ну с кем не бывает. Потрахай. Ладно, Гемат, мне очень жаль, извини, пожалуйста. Нет! Голосование больше не работает, так как Гемат мертв. Да в целом все мертвы. Кроме нее. Виктория. Под конец она уже начала догадываться, что я монстр. Лучше бы она поняла это с самого начала. Кстати, у меня телеграм есть. Смотри, я туда выкладываю новости по каналу, да и в целом все, что со мной происходит. Заходи давай, будем на связи. Давай, заходи.
Так как Виктория осталась последним живым игроком, то для нее открылся кейс с клинком, который я показывал в начале Коннору. То есть, если что, монстра ебать прямо вот здесь на месте. Но кто же знал, что кейс открыт, а клинка там уже нет? И даже в этом варианте это выглядело интереснее. А сейчас я покажу, как это выглядело на видео. Ну все. Я типа такой крутой, сейчас убью ее, и тут-то вот такое вот, короче. Это было максимально пососно. То есть вы понимаете, как видос начинался и как закончился. Но в любом случае я доволен. По факту от моих лап помер только Гемат, а остальных троих людей я убил буквально ничего не делая. Но куда уж мне до Вики. В этот раз видео вышло достаточно коротким, тупо потому, что у меня нет дополнительного материала. Хедвальд, чё ты творишь на... Это Рафус. Прошу поделиться видосом с друзьями, поставить лайк, если понравилось, и написать комментарий. Ладно, Гемат, мне очень жаль, извини, пожалуйста. Нет! Ты закрыл меня. А чё у тебя лицо какое-то плоское стало? Ты... Абдери, что ли, удалился? Ой. Че ты убегал-то, дурак? Меня аж проверили. Да и... ну, кстати, реально, че убегал? Кстати, сейчас мы делаем новый режим. За его разработкой можно следить на моем бусте. Если хочешь поддержать меня, разумеется. Ссылка в описании.